Вот такими изувеченными природой или болезнью приносят к доктору Бейдику своих малышей родители. Но что может врач без томографа и самого необходимого? Кого ты боишься? Наш русский левша доктор Бейдик создал специальную программу и по двум обычным рентгеновским снимкам без томографа создает трехмерное изображение костей, рассчитывает место разреза и правильность проведения операции, а потом через крошечные проколы исправляет самые тяжелые увечья, давая возможность детям абсолютно нормально ходить. Вперед! Вперед, 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 вперед! Ну что ж, мы приглашаем на сцену доктора Бейдика, город Саратов. Подождите, вот один из замечательных пациентов доктора, Данила. Данила мне сказал, что он просто фанатеет от Гарика Мартиросяна. Правда, Дань? Да. Фанатею от Олега Викторовича тоже. Даня, скажи нам, пожалуйста, что с тобой было? Ну, раньше у меня ноги стояли вот так вот кривые, иксом. И благодаря Олегу Викторовичу Бейдику у меня теперь прямые ноги. Я ему очень благодарен за то, что он дал мне возможность ходить на здоровых ногах. Я, в свою очередь, хочу поблагодарить тебя, что ты вот так терпеливо вынес это все. И так как ты от меня фанатеешь, то, в свою очередь, мы с Элизой хотим пригласить тебя в программу «Минута славы», чтобы ты показал все свое умение и талант, уже такой здоровый, крепкий мальчик, и чтоб от тебя фанатела вся страна, если у тебя получится все. Благодаря, конечно, доктору Бейдику. Это все благодаря ему. Спасибо вам огромное. Поздравляем вас. Вы знаете, Бог дал человеку два колена, чтобы одно он преклонил перед врачом, другое преклонил перед учителем. Я благодарен всем моим коллегам в больнице, с которой я работаю, с которыми очень много сил вложили для того, чтобы этот метод помог таким детишкам вставать на ноги и ходить. Я благодарю мою семью, благодарю моих друзей. Спасибо.